Я обедал, и оно как так гэпнуло, что... Ну, стекла посыпались, это естественно. Вот, я выглянул быстренько в окно, а там уже пламя в соседней квартире. Сегодня эта квартира, это уже просто пространство, коридор. Там ничего нет. Одна только стойка осталась, бетонная. Если бы я мог, мне 66 лет, ну, я уже не могу воевать, я не могу лечь и встать, я не могу прятаться и так дальше. Но я бы сегодня же пошел и прямо на передовую. Я стоял в коридоре, получается, вышел поинтересоваться, что за шум. И как только вышел в коридор, сразу это вот, ощутил вибрацию, взрыв. Меня сбило с ног, немножко тут вот ударился об этот уголок. Потом первое действие, что делать, это что, документы в основном, живность и какие-то финансы спасать. А там дальше уже все остальное уже можно забрать, закупить. Целые верхние, целые, до второй, третий, четвертый, пятый этаж, может, между вот этими лавсалонами полезли. Каркасное здание. Его особенность в таком, что легкие стены, они взрывом выбрасываются, и если нет прямого попадания в несущий элемент, то здание получает не такое повреждение локально.